Всем привет, друзья! У нас темно и у нас вечерний тренинг по турецкой рыбьеве Сиде. Очень много народу. Здесь у нас супчик кремовый. Там томатный, наверное. Алексей уже набрал себе, я еще нет. Алексей, я говорю, пришли на ужин. Народу. Как все ломанулись, я рот открыл. Первый раз пришли вовремя на это. Мы сегодня прям вовремя пришли. В самом начале. Так, я занимаюсь делом, ребята. Давайте. Ух ты, здесь какая наваристая. Гуляш. Гуляш? Перелок, он вчера бегал. Пожалуйста. А здесь что, открой? Я не знаю. Тоже самое. Мясо. Ужасно много народу. Сейчас десерты поснимаю немножко. Пока здесь нету никого. Десертики. Такие тортики красивые. Фантастика. Вот какой с бананом, с клубникой. Такая красота. Тортики всякие. Вот это очень сладкое, оно с медом прям такое. Какой-то торт шикарный. Фрукты, груши, апельсины, дыня. Так моргает здесь все красиво. Яблоки, мандарины, виноград. Виноградик вот такой. Сколько много винограда. Даже есть хурма. Видео можно. Айми секунды. Первый раз пришли вовремя на ужин. Уже было несколько человек. Ну да, примерная очередь. Я посмеялся, сказал, зачем стоите. Были тоже немцы из Германии, пожилая пара. Я говорю, что за колбасой стоите? Ну, они первый день здесь. Ночью тоже, как и мы, как-то летели. Мария меня надоумила. Вот этот стол, вот она, ей нравится именно этот стол. Я заранее выбрал себе, взял бокал пива, чтобы застолбить этот столик. Как народ ломанулся. Конечно, сначала столики занимали, а потом пошли набирать еду. Я 5-10 минут даже близко не прибежал, потому что я не знаю, как в старые добрые времена в России это, за колбасой стояли, такая же история. Эту неделю все время приходили позже, уже где на раздаче еду набирали, так что было немного народу, люди свободно брали все еду. А тут я, у меня глаза вот такие, не подойти. Ну, может быть, сегодня что-то особенное, вот я говорил. Не хватает супа. Надо же, услышали звук. С
суши выдали. Рокеры суши. Здесь, значит, есть. Да, есть такое. В Инстаграме, кстати, смотрите, я сделал фотографии. В Инстаграме. Ребята, значит, здесь что-то продвинутое. За недорогие деньги, я считаю, не знаю, как вам, это все в описании, смотрите. За недорогие деньги здесь, я считаю, это нормально. Не говорю, что изысканно, но иногда выплескивают такую гурманскую еду. Я ходила с камерой, старалась, снимала для вас. И себе набирала заодно из камеры, и очень было как, ну, тяжеловато и себе набирать, и народу очень много. Ну, набрала немножко. Если что, еще потом все наелись, не знаю, еще набрала заранее десерт себе, вот это вот гурму, такая, ну, такая сладкая, вкусная, я не ожидала. В принципе, мне уже не лезет, хотя я не знаю, куда тебя это девать, если я набрала уже. Алексей помогает. Все такое вкусное? Я не знаю. Потом надо будет худеть нам. Какая вкусная курма. Смотрите сюда. Это даже фантастика. Мария, давай, поплаву. Просто-напросто я не могу. Ну как так? Люди старались, да. Готовили, а ты взяла просто коту под хвост. Ну, не могу, если. Помогай мне, Алексей. Баклаву давай одну. Давай. Я одну съем. Ладно. Исняй тебя. Люди жиру бесятся, уже не едят ничего. Это я про Марию. Фантастика. Решили после ужина просто прогуляться и показать вам этот знаменитый пляж. Приятная музычка играет везде, в каждом отеле. И мы гуляем. Хотим пройтись немножко, протрясти свои полные, так сказать, животы. Ну и, так сказать, подышать свежим воздухом. Кошек здесь и собаки лежат. Собачки. Настоящий талант прямо посредине. Ай, хороший, здесь тепло,
доски настелные. Поэтому она и лежит, молодец. А на этой речке плавают черепахи. Ну, сейчас черепах мы не увидим. Сейчас темно, и они глубоко под водой. Oh,